Николай, ой. Я приехал, иди. Иди, я пивка налью. Где вся бригада? Я тебя ухватил на все согласен, блядь. Че ты меня спрашиваешь? Где вся бригада? А ну я знаю, где. Ты пришел, я тебя не видел нихуя. Ну ты уж Кирилл. Да, не узнал меня, что ли? Нет, конечно, блядь. Это же я. Я по голосу вывезу. Понял. Это? Че? Не знаю где. Айда, выходи, пивка тебя привез. Вынь. Ты что там, колен потерял? Больше потерял, нахуй. Ёпта, вы что? Дядь Коля задолбал там, блядь. Дядь Коля заебал там, блядь. Что, дает вам, да, спать да, спокойно? Вообще не дает нихуя. Это не... С работы пришли, блин, спать не дает нихуя. Я вам звоню, звоню, блядь, что тут. Глуши телефон. Тут уже. О, блядь. Пацан, привет. Че случилось? Да, хуй мозги ебет, 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 нахуй. Че, в бане же видишь? Нет. Сейчас Наташка здесь, в бане спит, что ли? Нет, только вот днем перебрались-то. Так думаю, там ночевали. Понял. Днем просто вон, блядь, Коля, начал мозг. Морпех. Морпех с утра как ушел, так. Че ты, Николай, всех в баню загнал? В бане. А, что там вылезли? Что паришь, что ли? Ну да, холодным воздухом. Нет. Встань, да мозги ебет, ебет, ебет нахуй. А души мордуха. Да? Так, Надя, 150, сходи, возьми 3. Работа по сбили есть, и завтра есть. Самое главное. Сейчас. А пока он пивка, сейчас, Николай, сейчас. Коль. Дай пробежал. Пивко разливное. Просто так не сидим. Весь не вступает нихуя. Место? Вместе не вступает. Попросить ему сказать об этом. Хозяин читай. У тебя, блин, футболка такая крутая, блин, боксерские перчатки. На, выкинешь, ну. Вестерн, блин. Спорт, Дестер. Ты когда в боксерские перчатки нахуй? Ты отдал себе боксерские перчатки? Чё? Чего? Боксерские перчатки отдал себе. Они в машине у меня? В машине? Он пиво возьму, да. Я хочу. Я хочу одеваться, если не хочу. Сегодня утром встаю, чувствую, короче, ну, короче, ну не то, не то, короче, от себя нахуй. У меня тоже горячую воду отключили. Что делать, не знаю. К вам же мы приехать там. Баня-то зарядить нет у меня еще. Заряжена баня. Ага, кто ее зарядит? Чего давай? Вон же с тебя слева, дядь Коля, возьми вам. Дядь Коля, давай на баню. Пиво не пьешь, что ли? Курить мне охота. О, дядь Коля. Ты что выгоняешься, это, сожители свои? У меня ноги сонки, жить охота, жрать тем паче, блядь. Ну, в одних бы с голоду умер бы, наверное. Конечно. Здесь... Нихуя я не умру. Не, ну здесь хоть это общество, блядь, все равно друг другу помогаете. Помогайте, но я тоже устала уже приходить с работы и убирать вот этот бардак и всех выгонять, блядь. Ну, сами поставили такое? Поставили, блядь. Мы когда приехали, здесь вообще порядок был. Вон и Валера идет. Он кубинец идет, он картошку посадил. Да ладно. Картошку будем есть. Да, он посадил картошку. Мы крапиву здесь всю выдернули, бля. Что думаешь, просто так, что ли? На работу ходим еще. Молодцы. Слушай, а где посадил? Жить-то надо. Вот. Ты что, Валер, картошку садил? Здорово. Здорово. Вот же это дело подставили. Угу. Как вы там? Нормально. Вот картошку я сажал. Молодец. Он грядку посадил тут. Два ряда, блядь. Сколько мешков будет? Не мешков, я не знаю тут. Ну, где-то около 20 кустов я посадил. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Валера меня зовут, Куба. Чего, отрезвел? Алексей. Какой отрезвел? Алексей 2. Рад познакомиться. Взаимно. У меня что, не друг, то Алексей. Ну. Все тезки, да? А где этот хрен лезга? А, я его только сейчас видел. Морпех? Да. А где он? На этом. Ну ты сказал ему, что я приду сейчас? Он что сказал? Придет?
Короче, вон бабки, деньги. Кто из вас пойдет? Решайте сами. На суефа играйте. А что, далек что ходить-то у вас? Нет. Вот далеко. О, Леха сходит. Стой, подожди-ка, я сейчас еще посмотрю, там еще мелочи есть. Сейчас, может, еще на четвертый вам наберем. Бля, сам молодого, что, бля. Леха, бля, сам молодой, что ли? А что, нет, что ли? Сейчас. Все, есть здесь все. Хватает, да? Да, даже поболее чуть-чуть. Так уж, думаем, съездим, пронаведуем вас немножко. Как сам молодой, хуй с ним, я пойду сразу. Выбора-то нет. Выхода нет. Все долго пойдешь, что ли? Да, так пойдем. А хуй такой вот. Ты маску хотя бы одень, чтобы не заебались. Маска, маска есть. Маска есть. Маска короче, есть. На руль только не садись, ладно, ты бухой. Лех, а? Короче, иду, блядь. Ну. До кашки с женой идем, нахуй, вдвоем. Выходим, блядь. Ну, с работы идем. Короче, подъезжает газелька, нахуй. Написано, дети, нахуй. Желтый. Ладно. Нет. Белая газель. Ага. Написано, дети, нахуй. Старая газель. Дети, нахуй. Мы, вот такие вот ОМОН, мы сидим, ОМОН вылетает, как муравьи. Да. Нас сразу смотрят. Перчатка, маски. А мы сразу, я сразу маски, чук-чук, перчатки одел, маску одел. Одели бы. Все, заебись, ладно, говорит. Я думаю, ой, ебану. Жаль, не знаю, ты не замерзнешь. Я обувь одену, что? Да иди, говорит, там. Печет, да? Вообще. Жарковато будет. Опять, да? А? Опять жарко будет. Ну жарко же, блядь, сейчас. Да ты все, одетый. Я так спал, нахуй, не развелся, нахуй. Не волосы, не нахуя раздеваться, когда надо будет одеваться, правильно? Где обычно? Нормально. Разливуха? Да, пойдет. Че ты мне не позвонил? Пойдет. Как я тебе позвонил? Мы вот только пришли сюда. Вот только зашли, вот они из бани вышли. Нашли их мы там. Дядь Коля всех. Я же сказал, сюда иди. Не выгнал их его. Какой баня? Они что, баню топили, что ли? Зачем? Они здесь в бане ночевали, спали. Ебаные там. Сейчас в бане живут. Мой адрес не дом, не Коля, улица. Ты что, блядь, тут адрес, нахуй? Банька. Как террор, нахуй. Что ты, как, Алексей, пошел? Пиночет, нахуй, да. Блядь. Он пивка глотни, нахуй, ноги. Сейчас. Как пиночет, нахуй, блядь. Никого не пускают в дом, нахуй, всех. На улице или в бане, блядь. Пускай спит. Цезарь. Великий. Ой. Цезарь. Да? Маску, перчатки давай. На, держи. Маска ебать, крякну нахуй. Вот. Ну, денег не дохуя же, за штраф ебанут 4000, да? Ну, Наташка, сейчас еще говорят, третье чё правило ввели. Шерстяные носки надо одевать. А есть у меня новая маска, оставь. На, я тебе дам маску. Новую. На маску. Оставь. Ну, какая разница? Новую ее. Новую дам тебе, да. Мне подари, брат. И это где то, блин? На. Коронавирус. Хотя бы в карман сунь, на всякий случай. Подожди ты. Ты что, глаза-то закрыл? Вот. Какой Ниндзя, нарядный, блин. Вот. Вообще. В футболке, да? Съебты. Слушай, тебе так вообще идет с маской? Не снимай. Братва, все от души, подписчики. Давай, мозга ебать, киряк моя. Бери 4. Мне, говорит, не надо 800, 2 по 300 и 500. Карман слышишь? Один звонит, короче, другу. Подожди. Эй, Гога, как ты вообще? Нормально, нет? Да, нормально. Все с тобой, все нормально. Все, серьезно? Да, все нормально. А что ж все? Да вот сегодня, говорит, всех баранов акации, говорит, режет. Вчера пришла. Один тут валяется, другой куртку ищет. Я говорю, давай-ка, говорю. Потому что сосед тоже начинает ругаться. Типа, мол, это не даете покоя. Все, выпроводил одного. Второй просыпается здесь в теплице. Теплица? Вот здесь. Кто это такой, блядь? Валера. Спасибо, Валер. Я говорю, давай. Тот мне... Валера, тот. Понял. Ухана, который. Я говорю, давай, говорю, тоже. Кое-как его проводила. Говорю, блядь, я с работы пришла, говорю, уставшая, блядь. А тут вы еще, говорю, ходите, орете, мозги. Я говорю, Леха, давай, говорю, на работу. Смотри, сколько металла-то собирается.
Вообще. А что мне? Вон пускай собирают. У меня работа есть. А Мишка вообще? Меня еще на дачу зовут работать. На шабашку, конечно. Что делаете? Кафель выкладываем, опалубку делаем. Наталья, вон же пиво есть, пейте. Опалубку делаем. Ну, короче, на даче порядок наводим. Понятно. Траншею выкапывали, потом закапывали, опалубку. Сами копаете там, да? Сама. Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и буду стоять. От души не было. Братан, поставим. Спасибо. Присядь. Нормально, ноги молодые еще. Пока еще. Нормально. До такой степени не опустилось. Присядь, сейчас дует. Не, спасибо. Я присяду. Ветер дует спину мне. Ты забыла обо мне? Любе? Любе? Любе, что ты? Офицеры. Люба, братцы, Люба. Люба, братцы, братцы быть. Люба, да, поставить? Нам приходится. Любую. Не приходится. Любую, жить. Что, понял, Любе ставлю. Да. Котопес придет. Может, печку растопить? Зачем? И что ты будешь делать? Тебе холодно, что ли? Там же у вас мясо или сало какое-то есть. Я не знаю ничего. Какое-то сало там есть. Не знаю, там нихуя. Хрен сегодня приходил, скорее всего. Какой? Этот. Валера, что ли? Газик, Газинур. Привет. Всем подписчикам вот, привет. Вот, Савка Санчев. От Марпеха. Санька, молодец. Че, как дела? А здравствуй. Где тебя видел где-то? Вон же какой-то сало, чего он, блядь? Что это за сало? Я не знаю, у нас не было же вчера. Вот, жарьте. Мозга ебать кирек, блядь. Какие вы мужики, блядь, вообще пиздец, я хуеваю, блядь, над вами, а. Леха, блядь, я тебя уважаю. За что я? Чего, блядь? Ты меня зимой. Санек, правильно? Санек, все нормально. Я ушел на. Куда не ты? Знаю, я кушать готов. Спать куда? Ай. А, тебе дед Коля одно. Никуда. Вот, потом будешь орать. Дай не выпить. Орать. Дай выпить, блядь. Купим моему форик. И выпьет он что-то. Ну, Колян, брат, только. Ты мне брат или кто? Я кушать готовлю, чтобы утром было пожрать. Поставила варить сейчас. Не прокисло оно? Нет, нормально. Не, я понюхал, нормально. Бульон жирный вообще. Сейчас вот лук, чеснок накрошила, сейчас эти кину. Вообще нормально будет. Ты же знаешь, я в любой ситуации. Пошли, Лех, покажешь, что он там, блядь, уснул? Да ладно, что, блядь. Ну, покажешь, пойдем, иди, открывай. Уже устал от такой жизни, уже тоже свободы хочет. Вон он, подлец. В баньке разлегся, блядь. Слушай, а здесь даже чище, блядь, не хочется. Конечно, даже... чем там, блядь. Вообще. А там он встанет утром, начинает кричать. А что говорить-то? Все, будете нахуй, ебать, манатки собирайте, все, будете нахуй. Меня не похмеляет. Меня, говорит, не похмеляете, все, будете нахуй отсюда, блядь. А это уже тоже надоедает, Люш. Согласен. Я же тоже, блядь, женщина. Я тоже охота порядка, свобода, блядь. Брат, да, нормально все, что-то не говорю. Наталья суп у нас варит. Молодец. Я никогда не падаю духом. Че, подержим? Ну, конечно. Леха. А что, смотрим? Леха. Подержим, нет. Братаны. Мы бодяжим все с тобой. В доме коней ход прибавили. А раз бодяжу я с тобой. Чтобы... Самое главное, Леха, у нас работа есть. Нам Санек морпех нальет. Он нальет нам фурик. Он разбавит, все сведет. И заодно забудет. И про всех забудет. Санька, Санька, там морпех. Легко! Смотри, я легко разбавлю. Сын, блядь, заебал. Подожди, вон, Натаха разберется. Мать Тереза. Братуха, о, спасибо, что приехали. Ну,
Богдан, спасибо. Нет. Я знаешь, порву нахуй, за Лёху порву сам, просто сам любовно. Знаешь, сам знаешь, я не знаю. За Лёху я порву любовно. А зачем кого-то рвать-то? Конечно. Ты второй тоже выливай. И полный. Наливай второй фанфурик. Базар. И наливай ты, наливай. Что, далеко что ли? Где вы на том? Зачем? Вот выходишь сразу, вот рынок же. Аллея. Что понял? Это Лёш, а? Ему там не дадут. Чего не дадут? Мне не дадут. Не дадут. На такое лицо. А, понимаешь? Ты фурики имеешь, что? Ну фурик-то у вас есть потом, да, мне вам сходите? Нет, ему фурики не дадут. Он же не за фуриком. Я с тобой, короче, мы прогуляемся с Марпехом. Иди, Марпех, сади. А да, пойдем, что прогуляемся. Он дает только тех, кого знает. Ну Марпех же знает. Есть же свой же чувак. Марпех знает. А, я нормальный. А, вообще охуительный. Мы, короче, с Марпехом. С Марпехом. Смотри. Марпех, маску возьми к собой. Я же маску дал тебе, я же тебе дал. Дай маску. Я тебе дал? Душа. А вот же у тебя сами висит. Да похуй. Вон, возьми. Не, я ему новую дам, я ему новую дам, братан. Понял. Я всем уже раздал. И тебе дал же Куба, да? Мне не надо, у меня своя маска. Я же тебе дал. Чего? Не, пиво. Давай. У меня своя маска. Допивай его что-то, Сань. Оно уж тепло нахуй на стол. Будешь орать, от меня пизды получишь, охуительных. Все понял? Понял меня? Мамка? Ты все получишь там пизды. Ты пизды получишь. Все, я идем. Здесь шума не надо. Без шума и пыли, и гаммы. Конечно, все. Надо нормально, хорошо себя вести. Мадам Баттерфляй. Мать Тереза. Успокойся. Мать Тереза. Я слушай, тебя, мадам, ну у тебя кепка такая импортная вообще, блядь. Нормально. Что нарезать? Ну там уже должно кипеть. Марпех, иди. Хуя. Нихуя не закипает. Сейчас закипит. Блядь, я уже заебался дрова рубить вам, блядь. Ебать, ну хуй. Я что, блядь? Дровосек, что ли, блядь? Не знаю. Скотов. Там уже кипит давным-давно. Давай кинем. А что, лапшу ты ее в самую последнюю очередь? Да. Там уже все. Там уже, блядь, что-то все кипело. Там уже кипит, нахуй, блядь. Наташ, как суп называется-то будет? Арикатуль, блядь. Слушай, ну косточка там хорошая, да? Навар хороший? Там навар вообще, а там же, блядь, свинина, блядь. Кожа там еще, да. И картошки на стойке вывесили, блядь. Кожа, блядь. Что надо? Картошки. Да что ты такой умный, блядь, картошки еще кинуть. Не надо протереть. Она разберется сама там, нахуй. Ты много не кидай туда соли, только соли много не кидай. А я вообще не ходил. Раз кинули, блядь, и Леха туда въебал еще соли. Там вообще караул был, блядь. Пришел после работы, выпил, я кушать приготовил. Так, ты этому Толоконникову давайте-ка сразу. А. Вон там. Ой, опять я должна командовать. Наливайте. Мать Терезу у вас везде. Канал вас поддерживает. Я знаю, как давай, людей поддерживают. Держи, давай, давай. Что тебе еще, подавать, давай, что ли? Да не надо вам, дай ему. Вчера прихожу. Кому передать? Подписчикам кому? Это бродяг. Подписчикам всем. Всем от души. Я уже рассказывала. Да? Я не помню. Давайте, кушайте. Что вам еще, ломать, что ли? Кушайте, кушайте. Что не кушаете-то? Дядь Коль, Николай. Говори, я. Миская, горячего. Говори. Миская, да. Давай. Алёш, вчера я помню, где спал. Там спал, не помню. Там тут спал. Спал. Ты где так не спал вчера тут? Я с работы пришла, я всех отсюда. Я думаю, как я оказался там. Я вообще хохушка. О! Я тут полуёбнутый такой, блядь. Чё, Лёха, я тебя не видел уже неделю, наверное. Да хоть с тобой нормально руку пожму. Я тебя не видел, где тебе. Да, да. Я только вчера видел. Вчера не помню. Вчера не считаю. Ну, конечно, еще бы ты помнил. Ты вот тут вчера, блядь, пальцем никогда на человека не показывай. Вчера я был
Я сюда показал. Теплицу нахуй. Вчера я был давно. В теплице спал вчера? Видимо, да. Вчера мы борщинули. Жрать я хочу, блядь. На. Что ж здесь, сука, жрать хочу, блядь. Ну так ешь давай на здоровье, ты чё, Коль? Голос убавьте, а? Давай, пусть снимай. Рот закрой, женщина. Только, моя пожалуйста, жена. Не ругай. Я вот не люблю такого вот этого. Когда моей жене рот никогда не скрывайте, надо никто. Я вот я хочу... сам не люблю такое вот этого вот. Когда агрессия какая-то нахуй. Я не любитель таких вещей. Я не агрессор, не. Не нужен. Я не буду агрессор, блядь. Начинается. Колька, Колька, кушать хочешь. Я жрать хочу, блядь. Пусть я вчера спасу этого. Вот этого. Дай мне твое мясо. Олег, все будет. Разделаю я, на, кушай. Разделаю. До этого, блядь. Да перепил человек, да ушел. Раз, резко, блядь, и дерну. Так, Наташка борется там что-то. С костями. Так, молодец. А все, все переломает. Подожди. Подожди. Нет, все у нее хватает. Чего там, кость ломать, сломать не можете? А там она на сгибе. Только это сам бегай, Леша, аккуратнее, пожалуйста, Леша. Я знаю, что ты меня учишь. Я, блядь, сам, блядь. Я не учусь, я просто... Я, она блядь, еще горячая. Я вам, блядь, скотину, блядь, рубал нахуй. Колька не знает, что им покурить, либо поесть. Коль, она лучше поешь сначала, потом покуришь. Да, а то сейчас поешь, что покурить. Че ты поел-то? Сгулькин хуй съел там? Да хуй не его. Ешь давай. Ну, вчера бочка, сжралась, мясо. Самое главное, вот. На месте хватит. Теперь я руки помою. Я реально не помню, как Леха. Вон там полотенце где-то висит. Помню. Я знаю. Горнич пьян. Иди туда, понял, тоже Леха. Что? Иди туда, руки помой. Че тебе надо? Жужу, блядь. На. Минимум 15 пуликов вчера купили. Это не считая пиво, не считая. Что-то еще, по-моему, было. Все у вас было? Я вот здесь вырубался, потом, видимо, склад перешел. Потом меня Наташка, видимо, я не помню. Я ушел. Ты в теплице а спал? Кушайте. Наташа говорит, да. Давай накладывай, Наташка, им. Пускай едят. Я наложила уже. Подайте, давайте, кто там? Давайте ешьте, Коль, ты же хотел. Давайте кушайте, чего вы не кушаете? Иди ничего, а. Я тут суп уже вообще. Никто не ест, я че. Суп наливаем всем, давай. А где морпехи? Сейчас придут. За водкой пошли еще. Кушайте, говорю. Я слышу, я сильно повторяю. За водкой пошли еще. Конечно. Ну ты вообще рот закрой пока. Вам, блядь, много даешь, вам не надо, блядь. Блядь, мало еще нужно. Не говори, блядь. Мало, блядь, мало, блядь. Много, тоже много. Так, много не бывает. Кричать не будем, да? Рот закрой, говорю. Я закрою. Ну и все. Сиди. Валера. Оборвал. Валера. Оборвал, блядь. Чего? Куда много? Я много нет, я много не осилю. Даже я в данное время... Ладно, Натаха там разберется сама, нахуй. Хоть, блядь, женщина есть одна здесь, блядь. Я вот так прошел. В данный момент, вот, блядь. Поэтому прошел. А по кругу никого не было. Я спросил у него. Да пить. Он работает. Леха, иди покушай давай. Я пойду покушаю. По-любому. Любас. Ты что? Я покушаю. Рыбай. Рыбай. Согрейся, хуй. Ну только приготовила. Ну что я сделаю, блядь? Наташ, дай, пожалуйста, соль. Поставь сюда на стол. Понял тебе. Дай мне соль, пожалуйста. Сейчас Наташ. Принесу. Давай, подожди. Поднимись сюда и кушай. Дай мне соль, пожалуйста. Сейчас принесу. Так, этому дай покушать. Я возьму, так. Дай ему кусок хлеба, да. Блядь. Валера. Ты заебал, блядь. Валера. Так, Валера, не орите.
О, ты что, икай? Как тебе завтра принято? Накип? Накип, наверное. Если ты ебалом нахуй, не щелкай нахуй, ешь нахуй. Чего тебе? Начинаешь что-то объяснять нахуй. Нормально все. Все законно. Тебе дали покушать нахуй, вот и кушай нахуй. Дядь Коля, давай кушай тоже. А хороший Кать тоже. Кушай. О, кушай. И кошка кушает. Че, супец-то получился, нет? Заебать, супец заебальский нахуй выйти вообще. Вообще тема нахуй. Шурпа. Шурпа? Шурпа получается. Шурпа, да, заебать. Ну, ну-ка мне себя бульончика, чуть пизника нахуй бульончика, да. Я хочу кушать. Я хочу покушать, нахуй. Я у тебя, ребят, сами. Давай, 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 давай. Кому еще бульон? Не, больше. Так, спасибо. Больше кушать. Ешь давай на здоровье. Сама что не кушаешь-то? Наяривай давай. Когда еще горячий суп поешь, бля? Как этот пел? Это, давай, 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 наяривай. Гитара семиструнная? Знаешь, Валер, да, да. У меня всегда есть такая... А ну давай, давай, наяривай. Норма есть такая, чтобы всегда мужчины были сытые. Самое главное. Да, правильно? Да, чтобы мужчины Бога были сытые. Ради если Бога мужчина не сытый, уже не мужчина. Это... Правильно? Бога, матушка, река. Широка и глубока. Да слышь, ты, блядь, достал уже это. Мне вот эту песню. Волга, матушка, рекой ты уже достал, блядь. Пускай поет человек. Нет, пустой. Хорошо. Бабитюка. И плывут облака объёмные. Я не знаю. Там приправа есть, заебать. Нет, это пустая хуйня. Широка и глубока. Волга, матушка, река. А может, кама, матушка, река. Вот же, вот, вот это, бля, вот это вечно. Грузовый хорошо почти печка. Вот это вечно. И плывут облака, объединенные сека. Ну, там, я не знаю, забыл. А это заебись. На, попробуй. Мы с друзьями кувыркались и уходим просто соска. Мальчиши, крибыши, девок тянут камыши. Блять, дать не знаю. Тогда ему еще штрафную суп, тарелку супа. Он еще это не доел. Или, или стопку ему штрафную налейте. А потом опять будут бурагозить. Да, пусть бурагозит. Леха так аппетитно ест. Даже не так. Вообще вкусно было. Большое спасибо. На здоровье. Вообще молодец. Ну, кстати, мальчики, сними его. Грибыши, его тянут с камыши. Он жрет, он постоянно кушает, аппетитно кушает. Вот молодец он с одной стороны, постоянно кушает. Надо, надо, потому что надо. Он постоянно. Ну он, блядь, видишь, на шабашку ходит, ему надо, чтобы силы какие-то были. А для кого должна женщина стараться? Он ест, для таким, он ест с таким удовольствием, блядь. Я просто ему удивляюсь, блядь. Да. Я удивляюсь, сам лично удивляюсь. Он ест, блин, с таким удовольствием. Дай кушает. Да ради ты бога. Ты у меня слюни. Ты. Я сам. Почему потому что да? Я сам не ем, да? Я мало нет? Ем, да. Почему не да? А он очень хорошо кушает. Чего я же возьму, там раз две поели. Да ты вообще умри, нахуй. В тот же день ты тоже... О, НЖВ. Ага. Тот же день ты же видел тоже, как я оладину пекла. Хрен с горы. Да, конечно, да. Я же с вами здесь был. Рыбу жарили, блин, все делали. Я готовить вообще люблю. Че он там, с чем идет-то, блин? Пустой. Он уже вообще пьяный. А не с кем, а с кем? С кем? НЖВ идет, блин. Кто с кем? НЖВ уже всех накормила, мать Тереза. Я понял, спасибо. Самое главное. Мужики кушают. Зайди, да? Да.
Я пить не вину. Я пить не буду. Так, все, нет там у тебя ничего. Я пить не буду. Я не хочу я тут это. Я уже бодяж. Сейчас кухня начнется. Я бодяж, водишь. Ничего не начнется, все нормально. Давай, бодяж. Я разбодяжный новый. Тебе дрова будет колоть нам. Заебёшься, я чуть тебе, да я чуть тебе дровосек что ли? Тихо. И нахуй сам кали, блядь. Я тебе ещё, блядь, дрова буду колоть, нахуй. Опять начали? Нахуй ты мне нужен, блядь. Опять начали? Вон пускай, нахуй, морпех колет. Я нахуй. Сейчас буду, я ж вас жал. Ты дятел, блядь. Иди, тихо! Давай да не ругаемся, короче, ребят. Вон тот, блядь. Сейчас по очереди пойдете у меня. Я буду вам еще дрова колоть, нахуй, печку топить. Хуй вам нарыло, блядь, во, блядь. Я все дрова все распилю. Я для вас никто. Я могу сюда прийти, могу вообще не прийти. Мне вообще бы поссать, нахуй, для меня лично. Слушай, я могу вообще сюда не приходить. Давай не кричи, не шуми нахуй. Нахуй вы мне тут геморрой создаете, блядь. Ты орай, вы, нет. Чё, кали там дрова, топи печку, блядь. Вот. Морпех, да? Нахуй, пускай топит, нахуй. Он здесь живет, нахуй, пускай топит. Держи, кушай. Дай мне сигарету одну. Нахуй мне тут геморрой нужен, блядь. Я без тебя тут могу все сделать. Да ради бога, делай, как не хочешь. Не как не хочешь, так Валера. Делай. Не я что вам, обязан да, чем-то? Не обязан, кто не обязан? Или должен что-то? Ну, сейчас я поговорю, подожди. Давайте не кричите, пожалуйста. Рот закрой тоже. Ты рот не закрывай, а? Лёш, немножко. А ты тоже я никому сами смотрите, ничего, конечно. Я никому ничего я не должен. Ну, сейчас будет, да? Я тебе ничего не говорю. Я просто прихожу вы... сюда, да. К вам. Ну, смотри сам, конечно. Ты отдыхаешь просто чисто. Когда у меня... Да, возможность есть, нахуй. Деньги есть, я приношу вам, даю все. А у нас нету возможности. Нет, есть. Базара нет. Базарчук? А то, что я тут, нахуй, печки топить, нахуй, я не собирался под эти печки, не подвязывался. Да, ну. А это чисто, рыжая. Вот и подвязывайтесь сами тут, как хотите. Валер, я единственное не пойму, что за негатив пошел от тебя? Вот скажи мне. В каком плане? Ну, в прямом смысле, блядь. Почему ты негатив от тебя идет? Сидим же нормально все, чего ругается? Да я не ругаюсь. Я просто говорю то, что, понимаешь, они... Вернее, не они, а тут хозяин кто у нас? Вот, человек. Николай, да, все правильно? Да. Он... такой человек восприимчивый и начинает, знаешь, если давай говори. Люди приходят к нему, да, нихуя ничего не дают, давай говори. Дальше, ты начинаешь выгонять ты всех, давай, тут все, ты начинаешь тут, всех тут, выгонять. На камеру. Да не мне тут нахуй на камера, мне и так камера все, снимает. На камеру, да, мне снимает. Ну. Ты начинаешь всех, пошли нахуй отсюда. Тебе нужно покушать и поесть, и попить. Ты так думаешь? А что, не так что ли? Ты так думаешь? Да это я правду говорю, он потому что я правду. Человек, вот я там. Человек правды. Да, правду говори. Я человек правды. Да, правду говори. Потому что ты, когда тебе, блядь, никто ничто не дает, ты говоришь, пошли нахуй отсюда. Олег, Колик. А что, не так, что ли? Подожди, не ори. Что, не так, что ли, блядь? Пока не ори. Хули не орать-то, блядь, я и так знаю, блядь. И ты так же живешь на птичьих правах тут, нахуй. Легко помогал, да? Правильно? Давай. Я 3-4 утра пришел, тебе легко помогал. Давай говори. Говори. Дальше говорю. Дальше говори. Говори, говори. Саша, говори, говори. Когда YouTube приезжает, все тут собираются. Все на халяву. Что, не и так говорю? Все меняется, когда YouTube приезжает. Я не говорю? Да, да. Легко говорю. Когда YouTube приезжает, все меняется? Говори, 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 говори. Говори, как есть, давай. Все меняются, все тут собираются. Все меняются или что? А когда меня нет, что-то плохое кто-то говорит? Сань, скажи, как есть, а? Да, говори, как есть. Мне вот самому интересно просто. Вроде я к вам все доброе делаю. Мне можешь сказать? Мне интересно. Я тебе говорю. Ты поезжаешь,
тут сесть начинает собираться. Все. Почему? Правильно? Брата? Все это кто? Ты объясни, все это кто? Все. Ну все это кто? Все. Все присутствующие походу. Кто присутствует, все. Ну все это кто? Ну допустим, иногда я прихожу там. И прочее, и прочее, и прочее. Еще кто? Все. Да тут больше нет никого нахуй. Нет, Коль. Да. Сань, скажи, как есть, что ты? Что рассказывай? Что у нас там? Так говори, а что ты? А что ты? А что ты скрываешь-то? Говори, кто все приходит. Ты сам знаешь, хули тебе говори. Ты на меня не ори, нахуй, слышишь? Рот не открывай. Ты скажи, кто приходит сюда? Все. Ну все это кто? Все. Давай. Понятие растяжимое. Кто это все? Да ему плохо хули, блядь, ему главное ебать. Сюда кто, блядь, кто приходит? Еще налить? Не, это хлеб солить. Да. Нахуй этот хлеб, не, хуйня брякала. Хлеб есть хлеб. Это наш хлеб. Я делить этот хлеб. Что, налить еще? Сюда никто не приходит, ёпта. Потому что Коля, блядь, он такой, блядь, пассажир, блядь. Очень, блядь, резкий, блядь. Скажи. Он всех... Ай, пошли нахуй отсюда все, никого что дома не было. Вот бывает и все. Бывает такое. Вот и все. Бывает не такое, бывает, да, а постоянно у тебя бывает. Не бывает, не постоянно, бывает такое. Бывает такое. То я, блядь, не знаю, блядь. Че не знаю. Что ты, блядь, выгоняешь? А что там не совсем? Нет, у тебя одни жили, вторые жили, третьи жили. Ты всех выгонял, блядь. Это жить было со всеми вместе? Кто танцует? Музыку сейчас поставил. Я твой больше не буду. Танцует все. Давай, давай, нахуй, расслабимся. Куба, будешь бухать? Конечно, будет. Не, не буду. А что не будешь? Будет, будет. Нахуй. А что ты, блядь, нахуй ты, блядь? Ругаешься, ругаешься. Да не бани, что ты, блядь. Расслабься, братан, что ты. Ладно. Кубенция. Блядь, на его. Ну, дома не бандит. Держал, не спал. Танцует, да. Просто я говорю, держал, как оно. Говорю, не спал. Я просто говорю, как возьми, оно есть. Возьми, пожалуйста, что-то. Я просто говорю, как оно есть. Слушай, очки сними. Я хочу я твои сниму, глаза ты увидеть. Ты уже, бля, не хуй. Я хочу твои глаза увидеть. Я да вот ты не прочитай сам ничего. Не любитель. Не любитель, когда вот. Понимаешь, сейчас уже дальше больше уже по-другому. Пожалуйста, сними очки. Я все понял, что ты, блядь, не ругайся сам, но снял очки. Увидел? Да. Все? Да. Понял? Да. Хуй тебе. Да. Ладно, давайте. Все, давайте за что? Что я не люблю, когда вот... А все хорошее. Когда очки на меня смотрят. Как? Сегодня казахский просто болел. Леш, без обиды. Я обиды, чего? Просто товарищу. Давайте быстрема. Что там? На нормальный сутер не гони. Просто хотел твои глаза увидеть. Я понял, что я вижу глаза твои. Я вообще католик. У меня есть слева, справа. Я забрать его здесь. Я не могу. Смотрим со всех сторон. Я вышел. Давай, короче, слышишь? За понимание считай, чтобы люди друг друга понимали, там, какая-нибудь ситуация, да? Я тебя не могу, нахуй. Видишь, ты не можешь. О, с вами пью, бухаю, короче. Лайки. На, Валер. Наташка, молодец. Всем обычным привет. Всем привет. Все четко. От морпеха. От морпеха привет. Да. Легко, братаны. Ну, а дай вместе ко всем, иди, Санюш. А? Я же тоже устаю маленькая. Дайте тебе держать. У меня вся башка вот в этих делах, блядь.